Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Call of Duty 2. Ну так, мы почти спаслись. Так, где тут? Нажмите, чтобы продолжить, подтвердить. Ну и начать. Готов выложить миллиарды за этого дрона. Buen fortuna de Falco. Хорошая карма. Кибероружие. Стоп, вот. Боджа, ты видишь? Что? Сравнить с логотипами действующих организаций США. Совпадений нет. Сравнить по всему миру. Постой минутку. Это колосс. Это самая карма в плавучем городе. Вот как им удалось так близко подойти к материку. Салазар, готовь оперативную группу. Выдвигаемся через 60 минут. Сообщи адмиралу Бриксу. Мы подбираемся к Менендесу. Подбираемся, да никак не подберемся. Опередить надо, получить ответы из первых рук. Сначала главное. Карма. А ничего, никто не задался вопросом, кто нас сдал? Откуда он знал, что мы там? Карма. Каймановые острова. Икар-9, садитесь на седьмую площадку. Держите курс, все хорошо. Принято. Икар-9, начинай снижение. Частота открытая, Фарид. Мы все слушаем. Так, ладно, плавучий город. В удостоверении указано, что вы профсоюзные инспекторы. У вас будет доступ в большинство помещений, кроме самого нужного. Для компьютера архивного управления действуют повышенные меры безопасности. Доступ осуществляется через сканер сетчатки. И вот тут нам поможет Зиги. Архивный компьютер — наш шанс найти карму до того, как это сделают люди де Фалко. Фарид, удалось получить доступ к личным делам? Пока нет. Слишком сложный метод шифрования. Ты сообразишь. Я в тебя верю. Конец связи. Так вот как живет тот самый 1%. Надо сказать, если бы не задание, снял бы я сейчас себе горячую тёпочку. Забыл о Пакистане? Морда у тебя больно страшная, Харпер. А морда тут ни при чём. Тёлочку. Всё остальное при мне. А ведь отстрелят. Отстрелят. Думаешь, они ждут проблем? Это самый богатый город в мире. Охрень. А значит, это отличная мишень для Рауля Менендеса. Так. Вот еще один такой выгрузили. Ой, какие молодцы. Салатар. Давайте. Ну говори. Так, спокойствие. Неизвестно. Сканер обнаружил наличие опасных материалов. Это простое недоразумение, ладно? У нас внизу ремонт полным ходом. Наверное, это оттуда. Сэр, пожалуйста, оставайтесь на месте. В какахи наступили. Вот, блин. Я уж думал, нам точно каюк. Расслабься, Харпер. Я же говорил, защита сработает. Сканеры ничего не увидели. Теперь предъявите удостоверение и проходите. Давай, в какахи там. Ноги. И это все. В колоссе у народа не так много дел. Ну чё смотришь на меня, козел? Ах, фу. Это автоматическая система. Ее запускает удостоверение. Блин, мы все попадем в ад. Так. Это вот богатеи, да? Богатей. Так, тебе надо показать кому. Все, могу пройти. Кстати, вот вам один факт. За 364 тысячи рублей можете съездить на остров Секса, где 60 латинок сделал. 4 дня будете наслаждаться 60 латинками, которые будут согласны на все. Так, ну чё, поехали. О, нифига себе. Невероятно просто, правда? Конечно. Как думаешь, а во сколько обойдется тут выходные провести? Ты столько и за год не заработаешь. О, несчастная муха моя, за что же такая доля? Карпер,
проверит Эш. Мы с Салазаром отправимся к точке проникновения. Лучше б смерть или злая неволя, о, несчастная муха моя. Как дела, красота? Офигел, козел. Воу-воу-воу-воу-воу. Симпатичная. Симпатичная. Пока. Все нормально. Ну, все замечательно. Ой. Эй, тебе сюда нельзя. Мы из профсоюза. Так, сектор, получилось. Валяй. Не так давно Колосс нанял наемников, чтобы увеличить численность охраны. Все из территориальной милиции Кубы. Охренеть. Кое с кем уже познакомились. Вот так. Ну, давай пока что так. Но мне куда надо-то? Ой-ой-ой-ой, куда мне, куда? Куда? Откуда и куда? Ну что так? Открываем. Ух ты, какой паук у меня. Таратан, таракан, тараканища. Ну что, Зиги, пора за дело. Давай, миллионы долларов. Вот оно, будущее Карта. Уже наступило. Охрану подменили наемниками. Они агрессивны. Ищи любую информацию, надо выяснить их вот цели. Вот как я могу. Ясно. Вот так могу. Почти на любой поверхности. Прекрасно. Осторожно, тут разрыв. Зигги перепрыгнет. Да я и так перелез. Что они делают? Ставят взрывчатку. Они хотят взорвать корабль? Сначала им надо захватить корму. Харпер, внимание! Наемники устанавливают на борту взрывчатку. Ну чё, а я пока буду диверсии совершать. Не беспокойтесь. Диверсия — это мое призвание. Так, а куда это я? Подождите. У меня такое чувство, что не туда. Вот мне туда надо. Так. Вот так. Вот для меня тут специально проломили даже. Так, подожди. Даже не знаю, где это я. Ой. Паук сдох. Так, ладно. Если вентиляторы работают, я попробую. Нет. Мне как перепрыгнуть? Перепрыгнуть не получается. Значит, надо как-то по-другому действовать. Так. Давай-ка вот так. Вот так. Вот так. Хрен там. Мне надо выше, да? Так. Минутку. Вот так. Где я? Ага, упал. Блин, как-нибудь камеру бы по-другому. Вот так. Так, прошел. Ой ты, господи, башка-то. Это наш сигнал. И что мне сделать надо?
Отключить. Шокером сектор. Давай. Все, я его вырубил. Идет сканирование. Ну так-то, ну, придумано, да, конечно, хорошо так, интересно. Ну, извини, я уже отсканировал то, что мне надо. Это наемники. Харпер, ты был прав. Они уже в серверной. Идем. Давай, давай. Давай, давай. Готов? Enemigo atravesando la puerta. На. Так, у меня такая штука есть? Нет, опять? Нет, такой штуки уже нету. Это плохо. Ты там с кем-то стреляешься? Ой, да. Чисто. Чисто, меня чуть не пристрелили. Как-то у меня обойма, как-то магазин не там. Где надо. На. Извини, но я тут вскрою какую-то хрень. Фарид, мне нужна возможность опознавать врага. Соедини имена наемников с биометрическими данными. Загрузи мне данные. Будет сделано. Так, ну и что? Получение данных. Мне забрать это обратно надо. Старт. Принтер. Копир. Ну. Че, мне ничего. Ой-ой-ой. Не то кинул. Прошу прощения. Устанавливаю связь. Уверен, что получится, Фарид. Я думал, ты в меня веришь. Ладно, мы вошли. Карму могли пронести на борт вместе с обычным грузом. Да. Так. Д. Я не понимаю, что-то нажать надо. Что нажать? Проверь грузовой манифест. Ключевое слово карма. Ничего. Так. Просмотри автоматические системы безопасности. Ключевое слово карма. Нажать Д и мышкой. Д и мышкой. Проверь базу данных с камер безопасности. Распознавание текста. Карма. Есть. О, так это так, красавица. Так. Карма — это не оружие. Это женщина. Хлоя Линч, бывшая служащая Тацита, недавно уволилась. Теперь нам известно ее имя. Можно отследить ее на корабле. Наверху, клуб Солар. Прекрасно. Так. Сектор, ты слышал? Прямо за дверью наемники. Фарид, враг прямо снаружи. Обойти не получится. Открой дверь комнаты Кау. Давай. Ох ты, как я их распознаю-то. Контратаки! Харпер, карма — это не оружие. Это женщина. Отправляю тебе ее фотографию. Ясно. Эй, это же та самая тёлка из лифта. Она в клубе Солар, и тебе надо торопиться. Наемники направляются к ней. Разберусь. В шею. В голову, в шею. Во-во-во-во. Так. Вы чё, падлы? Ой-ой-ой-ой. Блин, тварь такая. А я только хотел шумовуху вам какую-нибудь там закинуть. На. Так, и вам тоже, что ли, нельзя шуметь? Я понять не могу.
Вау. Давай посмотрим. Где ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты как допустил, чтобы он до меня добежал? Вот так. Тварь. Нисколько тебе ни помощи нету. Не прикрываешь. Давай. На. Все? Ну-ка, надо оружие подобрать, посмотреть. Вот так. Хоть бы патронов побольше. Тут по-любому где-то что-то есть. Ну ладно, не буду рыскать, искать. Ой. Где вы? Пойдем. Салазар, ищи другую дорогу к клубу. Найди позицию для наблюдения за толпой. Я отправлюсь к Харперу. Ладно, булькай поменьше. Ты немедленно должна пойти со мной. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я Майк Харпер, ВМС США. Отвали от меня нафиг. Эй, ты меня слушаешь? Твоя жизнь в опасности. Террористы уже ищут тебя. Террористы? Что ты такое несешь? Хлоя! Их послал Рауль Менендес. Держи ее, Харпер, мы уже идем. Давай. Так. Я бежать не могу. Никакой паники. Скоро здесь все накроется. Так, почему дорожка пустая? Почему так клуб? Ага. Так, бабы. Парни. Давай. А это я. Угу. Так. Ну я-то. Ух ты. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо смотреть такое шоу. Начинаем шоу. Сидят столики за столиком. У нас бы давно махач бы начался бы. Баб бы всех облапали. А у них сидит он. Так, пусти меня. Вот так, молодец. Харпер, ты где? В женский туалет можно? Хрен там. Уже иду. В женский туалет нельзя. Я на позиции на балконе клуба. Ну так что, две бабы, плачешь, блюешь, что? Присунула номер телефона, не оставил или что? Так, ладно. Вау, мадам. Не хотите ли провести со мной? Не хотите, понятно. Тыц-тыц-тыц-дац-тыц-тыц-тыц-дац. Вау, сколько гражданских помрет. Как весело, как прикольно. Вот, а ко мне в центр, да? В гущу событий надо. Нам надо уходить, Хлоя. Сектор, не меньше 10 наемников. Беру заложников. Хлоя, Линч! Вот, они сейчас всех перебьют. Следующее. Снять сможешь? Не попаду. Слишком много заложников. 5 секунд, Хлоя! Нет! Открыть огонь! Остальных всех убивает. Вау, да он маньячина. Хлеще, чем я. Ни в чем не повинных. Стреляй на ходу. Давай, на ходу. Выходим через главную... Твою ж мать-то, я же вроде стрелял, должен был пристрелить их даже. Есть? В ногу ему, падли. Вот почему я пистолет, это пистолет пулемет.
отследи их перемещение, Фарид. Они не должны покинуть. Парень, мне тебя жалко. Мне тебя жалко. Помер ни за что. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Включаемся к камерам. Кровь. Столько баб перебил. За что? Вертушки. Ай-яй-яй. Ну вот, вот она доля. Богатеев. Сейчас все это корабль пойдет ко дну. Этот город плавающий. Это он. Бумк. Зараза, сигнал пропал. Только мозги на стену. И минирован. Выдвигаемся, перехватим его у атриума. Давай, если успеем. А если не успеем? Что происходит? Взрыв был. ВМС США. Надо открыть арсенал, вооружить ваших ребят и подготовиться к бою. Эй. Смотри на меня. Сосредоточься. Слышишь? Это ладно. Надо сделать. Так, арсенал охраны. Давай, и меня надо вооружить еще. Что случилось? Дефалко взорвал сраную бомбу рядом с клубом. Девчонка у него. Оп, разрезал. Подключи нас к камерам безопасности на этой палубе. Так, это чего? Кастет. Ага. Ну, адьос, мужик. Мы сваливаем. Он в торговом центре. Идем. А торговый центр наверху, да? А эта телка карма ему очень нужна. Борис, Депалка взрывает корабль. Тихо. Сукин сын, все еще на борту? Точно не знаю, не вижу. Нельзя упустить этого ублюдка Депалку. Да они не пустят. Спрятался за стеклом. Тебе же сказали не высовываться. Ой-ой-ой. Так. Где они? Повсюду. Я его вижу. Выходит из торгового центра. Фарид, создай помехи для детонатора Дефалка. Уже выполняю. Так, ну что, оружие то же самое. Смысл меня шило на мыло. Что тебе, помочь? Давай. Я откуда знал, что тут в стене проход вообще есть? Кто так строит? Вау, что-то можно вскрыть. Подождите вы. Я обязан вскрыть это. Хоп. Вот как я с гидравлическими ножницами всегда ходил. Фарид, можешь взломать АСД на дистанционной станции 55? Станция 55. Готово. Установить параметры. Отслеживать и защищать. Так. Система обороны Колосса готова к ответу на атаку террористов. Система безопасности считает вооруженных лиц врагами. Включай реального врага. Всех вооруженных лиц. Ну, могло быть и хуже. Так. Робототехнику уничтожили. Настроится, если эта палка заберет хвою с корабля. Нормально. Да что ее мать-то? А почему ты в меня-то стреляешь? А я убегу. Это мобильник. Блокирую сигнал. Давай. Уже действую. Давай. Так, не сюда. Ой-ой-ой. Где еще? Кто? Куда бежать? Молодец. Хвалю. Дави их.
падлу. В крынке с молоком. Оглоблей в лоб. В висок. Топи их в тазике, где только что белье стиралось. Уничтожай любой ценой. Да, не повезло. Так, дефалко. Так, мне что, убить его можно или что? Живее, сектор. Так, иду наверх. Поверху. Так, что у меня, дыхалки нету или что? Ребята, вам надо торопиться. Он почти упал в эвакуации. Дефалкон немало сил потратил на это похищение. Он запросто затопит весь колосс, лишь бы замести следы. Так я бегу. Как могу? Я не виноват, что он у меня инвалид. Видишь, нигде не останавливаюсь. Только не говори, что я опоздал. Надо возвращаться на Обаму. Узнай, почему эта девчонка так важна для меня. Задание провалено. Что, реально задание провалено или что? Или так по сюжету должно быть, чтобы оно было провалено? Походу дело по сюжету. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, Дефалко получит свое. Пока!